Китайская народная сказка. Жила-была одна очень добрая бабушка. Как-то мимо ее дома проходил нищий, и он так полюбился бабушке, что она поселила его в соседнем домике и стала заботиться о нем, кормила и помогала во всем. А он занимался каждый день медитацией, потому что хотел стать как Кришна и Будда. Так прошло целых 20 лет, и бабушка решила узнать, чему научился тот нищий. И она попросила одну очень красивую девушку зайти к нищему монаху и все-все выяснить. Девушка согласилась, и когда пришла в хижину монаха, обняла его и сказала: «Будь моим принцем». Монах отстранился и ответил очень холодно: «Старое дерево зимой растет на холодной скале, там нет ни капли тепла». Когда девушка все рассказала доброй бабушке, та разгневалась на монаха и сказала: «Подумать только, я кормила этого человека 20 лет. Никто не заставлял его согласиться, но он должен был по крайней мере выслушать тебя». И она пошла и сожгла домик, где жил монах. Только она была чуть-чуть злая. Он был недобр. Ухаживать это друг другу, уступать, делать что-то полезное, делать сюрпризы. А если к тебе пришел принц, сказал бы: «Будь моей принцессой», а ты сидишь, медитируешь? Я бы сказала нет. Я медитирую, я занялась. Мне что ли прямо сейчас уже смениться? Вот сказочки конец, а кто слушал, молодец.